Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импал Царян, но что-то в последнее время я не могу себе вебку установить. Вы меня просили, короче, чтобы я вам снял Killing Floor в группе ВКонтакте, за это проголосовали, что-то у меня сегодня язык заплетается. И обязательно вот вам советую поучаствовать в моем конкурсе, он в группе ВКонтакте у меня. Вот он у вас сейчас должен высветиться на экранах. Ну что ж, давайте поиграем в Killing Floor, прям как вы и просили в интернете. Давно я не играл в Killing Floor. Так. Что тут у нас есть? Зомби, 15 игроков. Давайте тут поиграем. Вы мне пишите в комментариях, какую вы хотите от меня увидеть игру, а то я сам в последнее время не знаю, что поснимать. Я уж, кстати, когда-то снимал Killing Floor, но он у меня жутко лагал, потому что у меня ноутбук не чистили. Музыка такая четкая, вот Killing Floor обновлялся, я смотрю. Мы еще можем в эти в хоррор игры сыграть. С удовольствием, кстати. У меня тут есть в стиме такие игрушки. Я давно планировал, хотел вот записать для вас хоррор игру какую-нибудь. Я очень счастлив, я просто безумно рад, то что у нас 111 человек сейчас. Это для меня здоровое достижение. Я давно хотел себе больше 100 подписок. Я мечтал просто об этом. Благодарю большое то, что вы сидите сейчас на моем канале, смотрите мое видео. Я вам за это очень благодарен. А самое главное то, что вы ставите лайки и не отписывайтесь. Меня это очень сильно радует, прям безумно. В конкурсе я не выиграл, к сожалению, в Jurassic World. В этот раз вообще ничего не выиграл, но зато хотя бы вы, мои телезрители, мои подписчики, что-то, надеюсь, выиграли. Вроде да. Ну чё, давай уже, ё-моё, столько хрени всякой скачивается, вот не то слово просто. Хорошо, что я аддоны удалил тут всякие на Killing Floor, а то помню, только хочу там дверь, как его там, за сваркой. Забыл, как называется слово. Короче, закрыть дверь с сваркой. И игра просто выдает ошибку и вылетает. Это просто жопа. Это когда у меня еще был аддон на автомобиле, тут на машинах ездить. Ну чё, давай. Рещи. Пипец какой-то. Ну хотя быстро скачивает, это хоть что-то изменяет. Вы ко мне в друзья случайно не напрашивались? Нет, ко мне в друзья никто не напрашивался. Интересно. Чё, загрузил что ли что-то? Чёрный экран-то. А ву-у, гараж. Во.
Что-то долгая загрузка, конечно. Парарам пам 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 парарам пам 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 парарам. Давно не играл, если сейчас буду сильно тупить, не судите меня, пожалуйста. Так, вот сейчас вот что-то она зависела. Да, во, карта, значит, грузится. Паузон, интересная попытка скрестить гены человека и паука. Эта мелкая мерзость любит появляться из самых неожиданных мест. Killing floor. Так, ну чё, давай. Грузи резче. Братишка, не надо меня позорить долгой загрузкой. Ты чё хоть берегашоль попутал? Не видишь, мои подписчики посмотреть новое видео хотят, а ты им тут всё своей загрузкой всё мещаешь. Ой, боже. Так. Долгие загрузочки. А-на-на-на-на. Ё-мазай. Ты чё хоть? Ай, нет бы хотя бы мне тут это, что ли, фигню всякую поменял. Картинку бы сменил, а то мне скучно, я ж уже всё прочитал. В Jurassic World, дорогие друзья, у нас никаких новых новостей не было. Я отыгрываюсь там пока понемножку. Ну, как его там, вот этот вот турнир... Элкилозавр, что ли? Турнирный вот этот динозавр, которого я выиграл, ограниченный. У меня сейчас... Ё-мазай, ты чё так пугаешь-то? Короче, 30 уровня. Вот я обосрался сейчас. Сатанисты. Как мне на ножик? А, вот так. Все, попрыгали. Так, ну что, торгуемся, значит. Булпап, Томми Пап. Уничтожитель монстров. Ну вот тут мне, конечно. Топор, мачете, снайпер, пара пистолетов. Магнум, пару магнум. Магнумов давай. Бронежилет обязательно. Или он у меня уже есть. Гранаты побольше. Нож тут. Короче, выйти из магазина, значит. Я продала тебе отличный товар. Найди ему хорошее применение. Ты чё? Это чё за оружка? Мне даже страшно стало. Лазер. Ты чё меня так замедляешь-то, Джек? Потрошитель. А, она на радаре монстров еще показывает. Ни хрена себе. Вот это тут прикольно. Ё-ма-фака. Где еще-то эти? Давай хоть посмотрим, что он делает.
то я смотрю, тут до хрена замедленное движение у нас, конечно. О! Секундочку, перезаряжаюсь. Дайте мне это пострелять. Оба-на. На радаре замечена хрень. Вау! Отстань от меня. Чё? Ты кто? Это какой-то новый монстр. Ну-ка нахрен. Мафак, бич. Все-таки у меня еще какие-то навыки тут остались. О, здорово. Йо, бич. Ты чё? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты кто? Ой-ой-ой. Ни в коем случае. Отстаньте, отстаньте. Тут импалту нельзя подыхать, ё-ма. Зай. Ума. Иди нахрен. Да отстаньте от меня. О, это жесть просто. Да. Фак. Спасите. Твою ж дивизию. Спасите меня. Тут всякая нечисть на меня налетела. Охренеть, они чё ещё между собой сражаются, да? Ложь мне давай. Побежали. Так. Хилка, хилка, быстрее хилка. Спасите. Ну-ка, подождите, друзья. Вам надо камеру поправить. Жопа просто. Не, ну вы это видели? Задница. Сдох у нас. Трое человек. Не, больше. Жопа просто, пацаны. Это просто задница. Давай, мужик с луком, ты такую себе хрень тут выбрал. Это какого... Ни хрена тут вы зомбаков, конечно, я смотрю. Спавните, это всего лишь третья волна. Жопа просто. Не, ну вот вы видели, они между собой еще сражаться стали. Я на своих глазах видел, как вот этот вот чел, который сейчас Ричарда мочит, убил толстяка своей рукой. Что-то до хрена обновление, смотрю, было интересных. Вау, жестко, пацан, давайте тащим с меня, нахуй. О, молодцы. За ту темпу-то. О, здорово. Махутель 15. О, ты молодец. Смотрите, как он режет четко. Вообще на все пофиг, просто режет и все, и ничего ему не на всем посрать, просто режет и все. Ты чё, бессмертный что ли? Number one. Ну ты бессмертный, я смотрю. Ну
Ладно. Стало все понятно, что у нас тут. Валей, хаплей. Ни хрена себе у вас тут. Тебе ведь нравятся большие пушки, правда? Ну чё? Дайте мне сходить за большой пушкой. Мне они нравятся, да. Мне нравятся большие пушки. Чего вы не дали-то? Ну, точнее. Ладно, пойдет. Так, хочу. Что-нибудь такое. Пару магнумов на всякий случай. Бронежилетик. Полный боезапас, во-первых. Упап. Эта штука слишком... Знаешь, ты это не унесешь, пока что-нибудь не продашь. Спасибо. Ты это не унесешь, пока что-нибудь не продашь. Ладно. Пофиг. С вашей штучкой походим. Сколько еще? 12 сек осталось. Так, ну в принципе... Устраивает, жить можно, но я лучше вот с пацанами пойду, да, пацаны? Я жить лучше с вами пойду. Я продала тебе отличный товар, найди ему хорошее применение. Ууу, прям сюда просто. На-ка. Ёма фака бич, это ж пипец просто. Не видишь, я перезаряжаю. Кто там еще? Дайте хэткнуть по вам, что ли. Так-ка. Ёма! Сай, вы чё так пугаетесь, братья мои дорогие? Я сейчас их... Лови какашечку. Чё, охренел что ли? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Я ж пошутил. Чё тут так много, как в жопе. Говна. Йо. Пипец, пацан, сорян, я тебя не смог спасти. Да отстань ты! Куда мне? Ух ты, меня задолбал. Лови, лови, какашечка. Ты чё, бессмертный, что ли? Ты ж ты чмо. О, пацан, пацан, стой, стой. Так ты... Камеру даже мне все испортил. Вот так. Затащил. Да уж. Пипец бессмертный он. Сзади идет! Где идет? Пипец, сколько патронов? 20 штук патрона еще. Так, я благодаря ему, смотрю, попал на крышу, да? У нас тут на крыше есть боеприпасы. Да уж. Чё сюда пройти-то не могу? Капец какой-то. Жопа полная. Как пацанам помочь, я слышу, у них там полная жопа идет. Так,
какую-то штучку нашел. Я ее. Прижимаюсь, бежим! Валим! Ой-ой-ой! Не-не-не-не-не-не-не-не! Только не ко мне, отстань! Пацан, беги нахрен, вот кто меня тянул, куда идти? Надо было дверь сваркой заварить. Меня, блин, потянуло. Горбы сейчас убьют. Бедняга. Этот его просто тупо своим мечом гасит. Пацан, беги нахрен оттуда, беги пока можешь, я тебе говорю. Что там за автоматик такой? Скажите мне, как автоматик называется. Давай, давай, руби, руби, говнюка. Просто даже интересно. Как там вот называется такой автоматик, который так быстро вот этого вот чувачка, который меня уже второй раз мочит, убил. Да уж. Воины, конечно, чувачки-то. Жопа какая-то тут творится. О, как хорошо режешь-то ты. Хренью свою. У-ху-ху-ху-ху. Там жопа просто. Пацаны, бегите отсюда. В ловушке. Бегите отсюда. О. Здорово. А чё? Прикройте меня, я перезаряжаю. Сидят, блин, тут. Пока он мочит наших. Пипец просто. Секундочку, перезаряжаюсь. Секундочку, перезаряжаюсь. Секундочку, перезаряжаюсь. Так. Хочу купить себе хороший ствол. Кто тут просил денег? Стоп. Деньги, о, деньги, вот как деньги. Деньги-то бросать, эй, вы чё? Дайте мне купить огнемет. Никто не пройдет. Потом Хантер. Милый, ты вряд ли сможешь все это поднять. Да, вряд ли. В этом ты права. Так, а может быть я смогу поднять? Обязательно. Два магнума. Эта штука слишком тяжелая. Сначала тебе нужно. Все нормально. Жить будем. Большое спасибо. Так, все, быстро переключаться между пистолетом, это я научился. Йо!
чё? Корп, можешь тебе помочь? А корп? Они идут, я испаряюсь. Я ж тебе могу помочь. Все, иди ты нахрен, корп. Да, пока, корп. Где мой огнемет? Валим нахрен. Пипец. Корпа убили. Да ну нахрен. Так, ну-ка, куда пошагал? Ли. Я ж вам валю сейчас. Блин, зачем мне их внимание? Блин, а! Кто дверь закрыл? Сгори. Горите! Уроды! Так, пацаны, я знаю, что у вас сейчас камеры. Немножко костилась. Не видишь, я перезаряжаюсь. Секундочку, перезаряжаюсь. Сейчас я вам поправлю быстренько. О. Все. Поехали дальше. Ну я вам сейчас отвечу вообще. На всякий случай гул. Двери засварил. Слышь ты, прикрывай давай. Прикройте меня, чувак, прикрывай. Ты чё хоть? О. Всё шикарно. Сейчас засварю немножко. Ты что хоть сделал-то? Дурачок, я... Дурак. Ты себе перерыв хотел сделать, а ты... Паучков мочишь. Сгори. Интересненько. Дверь закрыта. Здорово, пацан. Короче, своим помогать. Надо помогать своим. Несмотря ни на что. Ил. Я тут в полном дерьме! Как это... Бежим! Здорово. Я вас сейчас жарю, нахрен. Видите, я тут хотел попробовать винтовочку. Чётенько, а вы мне тут мешаете. О, с Аугом пришел мне на помощь. Да неужели? Смельчак.
Так, тут у нас пипец творится. Воу-воу-воу! Ну, нежней вы. Подождите, перезаряжаюсь. Походу самую ее сердцевину задницы пришел. Так. Что у нас тут? Прикройте меня, я перезаряжаюсь. А, стоп, вот эта вот граната лечит, что ли? Гори, урод. Вместе со своими друзьями. Я умираю. Кто меня убил? Пиздерсикер килл. Ну уж пипец просто. Нахренайся вот этот вот броневик. Сколько ему зомбаков добавили, конечно. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилась эта серия Killing Floor, обязательно ставьте лайк и пишите мне, хотите ли вы еще от меня увидеть Killing Floor. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, до скорых встреч, всем пока.